Помогите мне! Я слышу, что вы там. Рикс, это ты? Да. Уокер, иди на голос. Я здесь. Рикс! Да где ты? Я не... А, черт. Держись, я тебя вытащу. Оставь, мне уже все равно. Воды нет. И это главное. Черт, не так все должно было выйти. Он в тебе нашел себя. Слушай, если мир узнает, что он сделал, весь регион объявит нам войну, нас победят. Теперь никто не узнает. Да ты псих. Смешно. Гулт сказал так же. Может, это было жестоко, зато правильно. Опять же, живым я отсюда не выберусь. Сделай одолжение. Не дай мне сгореть. Ну же, Уокер, прошу. Ну что ты стоишь, а? Давай. Связи. Слава богу, мы видели проклятых. Пришлось бежать. Мы уж думали, ты не успел. Мне повезло. А Рикс? Труп. Хорошо. Нет, плохо. Он нас надул. Из-за него жители Дубая умрут через пару дней. Город нужно эвакуировать как можно скорее. Интересно, как ты намереваешься это сделать? Луга? Ой, простите, я вас отвлек? Твою мать! Держись, слуга! Я уже иду! Не волнуйтесь, он получит сообщение. Да пошел ты! Эй! Полегче, приятель! Как-никак, это семейная радиопередача. Рейтинг для всех жаждущих! Всем группам! Торговля! Черт! У них подкрепление! Ой, как неудобно-то, Март. Ну, не смущайся. Теперь остались только ты, я и несколько тысяч слушателей, смертельно жаждущих узнать. Марти, что тебе делать, когда они придут? Ха-ха-ха! Они хотят пить, они хотят жить, они хотят кушать, хотят тебя убить. Марти, что тебе делать, когда они придут? Эх, Марти, Марти. Какого хрена? Полся! Кончено, лейтенант. Бросьте оружие, иначе сержант Луга умрет! Готов! Тихо! Тихо! Ты вовремя! Как всегда! Возвращайся в строй! Снайпер! На коне тупицы! Прикрой! Заряжаю! Новые цели, мать их! У нас чисто, а у тебя? Аналогично! 33-й батальон! Распродажа бегунок бойцов вместе! Повторяю, настоящие бегунки вместе! Слушай, гости! Пора разобраться с этим уродом! Сначала надо выбраться отсюда! Видите, куда идти? Здесь некуда! Можем пройти дальше! Ладно, пробиваемся! Еще один! Прижали! Блять! Готово!
Действия. Не знаю, мы слышим его с тех пор, как попали сюда. А что? Черт, у нас контакт! Где они? Над тобой! Быстрей! Мы под сильным огнем! Держитесь, я иду! Не спеши, Марти. Не выдавай свою позицию. Ты же не хочешь, чтобы другие узнали? Не знаю, что ты. Тебе ну совсем не нужно. Чтобы другие узнали, где ты сейчас! Не ждал от меня такого, а? Есть! Поднимай! Прикрываю! Хорошо. Сейчас я ему помогу. Спасибо, старик. Все, они кончились. Нет проблем. Опять гости! Твою мать, когда это кончится? Ой, ребят, чего вы разрываете мне сердце? Хотя, вы сами напросились. Нас не выживает, Уокер! Что делать? Пробивайтесь на верхний этаж! Используйте трос! Я прикрою отсюда! Марш! Здесь не получится! Мы застряли! Ни хрена подобного! Уокер, он сейчас сидят под нами! Вы спустите по трусу! Еще один! Лестница на дальней стороне! Идем! Прикрой нас!
Бросьте меня! В норме. Да, в норме.